Добрый день, друзья! Меня зовут Антон, и в этом видео я расскажу, как вы можете накрутить живых активных подписчиков в свой Инстаграм. Как обычно в моих видео я провожу розыгрыш, сегодня разыграем накрутку 1000 подписчиков в Инстаграме. Чтобы участвовать в розыгрыше, прямо сейчас напишите в комментарии ваш юзернейм в Инстаграме, также поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Я выберу двух победителей и накручу им по 1000 подписчиков в Инстаграме абсолютно бесплатно. Также я не буду удалять комментарии под этим видео, поэтому вы можете писать ваши Инстаграм юзернеймы в комментариях, чтобы получать бесплатных подписчиков. Как видите, сейчас в моем Инстаграме 0 подписчиков, я сделал новый профиль специально для этого видео. Давайте посмотрим, сколько подписчиков у меня будет в конце этого видео, и сейчас переходим к накрутке. И для первого способа нам понадобятся популярные блогеры. Давайте перейдем на вкладку поиска и введем Михаил. И открываем первый профиль. Наверняка вы знаете этого блогера, это один из самых популярных блогеров в России, как видите, у него 12 миллионов подписчиков, а значит огромное количество людей прямо сейчас находится на его профиле. Все, что нам нужно делать, чтобы получить бесплатных подписчиков, это нажимать кнопку подписаться и отписаться. Мы делаем это для того, чтобы у него в подписчиках в поиске висеть на первом месте. Другие пользователи, которые заходят на его аккаунт, будут видеть наш профиль, на нас будет подписываться большое количество пользователей. Делаем так около 10 раз, после этого переходим на этот профиль и снова повторяем то же самое. Давайте я поделаю так несколько минут, и мы посмотрим, сколько нам придет подписчиков с этого способа. Друзья, как видите, прошло 20 минут, и у меня уже 18 подписчиков. Способ реально рабочий, вы можете им пользоваться, чтобы получать бесплатных подписчиков в Инстаграме. У этого способа один серьезный минус. Инстаграм может вас заблокировать за подозрительную активность, но для набора небольшого количества подписчиков этот способ подходит. Есть и другие способы получать подписчиков бесплатно, но у всех этих способов один и тот же минус. Это отнимает много времени, приносит очень мало подписчиков, и вы, скорее всего, получите ограничения на действия в Инстаграме или вообще потеряете свой аккаунт. Переходим к следующему способу для тех, кому мало 20 подписчиков и не хочется получить блокировку. Способ заключается в использовании сайта накрутки. Их очень много, и вы можете использовать какой угодно, но я буду использовать сайт, который точно безопасен и проверен лично мной. Да, я говорю про сайт SMMRoot. За последние полгода я перепробовал очень много сайтов с накруткой, попался на множество мошенников, и сейчас я использую только SMMRoot, потому что здесь низкие цены, хорошее качество накрутки, и самое главное, он абсолютно безопасен для аккаунта. Давайте прокрутим вниз, и здесь выберем продвижение Instagram. Так, и теперь выбираем подписчиков. Да, как видите, здесь есть подписчики из России, подписчики эконом, стандарт и премиум. Если у вас есть бизнес в Инстаграме или вы блогер, вы можете использовать услугу подписчики из России. Таким образом, к вам придет целевая аудитория. Я обычно заказываю стандарт, так как это самое лучшее соотношение цены и качества, очень быстрый запуск и живые аккаунты. Как видите, по этому тарифу мы получаем 500 подписчиков всего за 375 рублей. По сравнению с другими сайтами, это отличная цена за качественную накрутку. Так, сейчас нам нужно вставить ссылку на мой Инстаграм профиль. Давайте вернемся в приложение Инстаграм. Теперь нажимаем настройки, QR-код. В правом верхнем углу нажимаем «Поделиться» и копируем. Теперь возвращаемся на сайт и вставляем ссылку. Отлично. Как видите, накрутка будет запущена в течение 10 минут. Я считаю, что это очень быстро, потому что другие сайты иногда выполняют заказы несколько дней, а то и недель. Я буду заказывать 600 подписчиков, нужное количество можно ввести или установить, нажимая на кнопки «Плюс» и «Минус». Так, 600 подписчиков, 450 рублей, нажимаем кнопку «Запустить». Здесь нужно указать электронную почту, давайте скопируем мою почту. Так, вставляем и нажимаем оплатить. Оплата здесь происходит через безопасный платежный шлюз UnitPay, никаких комиссий нет, здесь есть возможность оплатить банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Яндекс.Деньги. Я буду платить картой, поэтому нажимаем на иконку карты и сейчас я введу данные. На видео я их закрою, чтобы никто не воспользовался моей картой. Так, данные карты я ввел, нажимаем оплатить. Нас перенаправляет на страницу ввода кода из SMS. Так, код пришел. Отлично, оплата прошла, давайте нажмем на кнопку «Вернуться на сайт магазина». Как видите, мы сразу попадаем в наш личный кабинет на сайте, который создается после первого заказа. Логин и пароль приходят на почту. Давайте откроем активные заказы и... Да, как видим, мой заказ сейчас находится в обработке. Давайте подождем, когда накрутка закончится, и я покажу вам результат. Ну что ж, друзья, прошло буквально полтора часа, и накрутка уже закончилась. Как видите, у меня сейчас даже больше подписчиков, чем я заказывал. Я заказывал 600 подписчиков, у меня сейчас 899, и они до сих пор приходят. Да, сейчас уже 902. Как и было обещано, накрутка запустилась даже меньше, чем за 10 минут, а заказ в итоге выполнился всего за 2 часа. Как видите, на нас подписались реальные пользователи, у всех есть аватарки и имена, это никакие не боты и не арабы. Как я и говорил, на SMMRoot отличное качество накрутки. До того, как я нашел этот сайт, я пользовался другими сайтами, и мой аккаунт попал в теневой бан, поэтому никому не рекомендую пользоваться разными бесплатными сервисами
сервисом или чем-то подобным. Лучше уж заплатить немного денег, но быстро получить активных живых подписчиков, чем потратить кучу времени и попасть в теневой бан. Ну что ж, друзья, видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В следующем видео расскажу несколько способов, как получить много лайков в Инстаграме. Спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, я буду всем отвечать. Увидимся в следующих видео.